И всем привет, ребята, с вами опять я, и сегодня я буду играть в игру под названием Portal. Так, что тут? Не, по крайней мере, знаю, что эту игру, как тут играется, но ни разу не играл, вот тут я недавно скачал. И теперь я понимаю, как тут, что делается. Так, вот такое вот оформление. Так, начать игру. Ну, допустим, вот это вот. Так. Чего-то я вспомнился, что тут? В какой-то комнате. И что тут делать мне? Ну, какое-то радио. Блокнот какой-то. О, унитаз. Не влазит. Что это вообще и как? Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержимся. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Это комната, из которой я выбрался. Так, 0-0, что тут? Ага, нужен этот вот. Он же постоянно пушкой берется, возьми. Это как? Может... двигать, а его взять можно. Круто. Хорошо. По завершении каждого испытания подопытному следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверх. Приходи не туда нашел. Ну что, я в шопе кажусь? Говорит, он может подождать. Во, появился. И что надо сделать? Конечно, он будет появляться в разных местах, по идее, да? Блин. Типа он, по идее, должен появиться в рандомных мечтах и должен появиться там, где кубик. Мне, по идее, должен его взять и поставить на этого, чтобы получить новый выход. Я понял. Так, что за женщину играю, я не понял. Вот же эти, в этот кубик. Вот, вот этот, ура. Сколько струхи надо будет. Нет. Так, так, так. Опа. Ура, что-то. Блин, я не в том месте. Идеально. Немедленно покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью... Нужен портал. Вот портал. Ага. Значит, нужно подождать. Вот, вот. Ура. Наконец. Да уж. Что это? Понимаю, еще куда-то. Так. Что это портал первая часть? Загрузка. Очень хорошо. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных пломб, коронок, эмали и самих зубов. Что это за дело? Что это за дело ставится? Ничего не ставится. Нельзя прийти еще. Что это? Инструкция, что ли? О, открылось! Так, проходим, как тут делать?
Точная чушь, испанский портал. Ну, наверное. Аккуратно вот так. О, появился. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны, в отличие от самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. Проследуйте в изоляционную камеру. Не упадьте. Да что, шанс спроси, вот тут вот это понимаю. Сюда, я так понимаю, не ставим. Отлично! Помните, день открытых дверей в лаборатории исследования природы порталов – удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Так. Загрузочка. Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. Я так думаю. Так. Визитка должна быть и тут. Опа, кубик. Ну, сюда вот портальчик поставить, чтобы можно было выпустить. Крадем. Вновь отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования, в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи! О нет, там это вот фу. Блин, что ты затупила жестко. Идем сюда. Черт, 0.5 уровень. Ладно, я так понимаю, 2 активировать. А вот и кубик. А, я понял, как эта загадка решается. Так, берем. Блин, да е-мое, я не знаю, свой. Почему мы сейчас не играем? Что урон получил каким-то образом? Понимаю. Где оно открылось? А, портальный пушка можно читерить. А там вход. Значит, походу, придется в любом случае читерить. А, значит, нет. Нет, я думал, что это вот... Просто у меня 2 цвета уже активированы. Ну, ладно. В соответствии с протоколом тестирования, наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Так. Вот и выход. Ладно. Катимся, катимся, катимся. Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых находится в левой части камеры, могут привести и регулярно приводят к невероятно. Может с вами гордиться. Так, теперь эта штука работает. Так. Прыгаем. А, это штука обновляет наши порталы.
получилось синитковый дымочек. Как-то мы не присоединились на записи, конечно. Так, что-то у меня двери уже открылись? Или нет еще? Нет, ничего не открылось. Так. Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке «Неудовлетворительно». На вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Тихо-тихо. Что это куда там зашло? Нифига себе там порталов. Еще так выглядит буквально так. Туда вот пойди, на черные не ставишь. Они. Как тут-то как проходить? Пойди, ну вот сюда вот. Залетаем. И куда оно? Так, не понял я. Я короче понял. Вас что озвучивает после записи, и поэтому ну, встал он сразу вот так вот, чтобы это активировалось вот туда, чтобы рикошетило, и пошло вот туда вот. Так, все понятно. У нас туда нет шанса, туда остается портальчик. Энли, это что-то не двигается еще. Я больше как-то не вздыхаю. Так, ну что делать? Вот так, потом... Конечно, трикошетит. Трикошетит и... Вот туда вот надо, походу, да. Так. Блин. Ну так, не то. Верим, обиди. А трикошетит. А не, это будет бесконечность. Ну ладно, значит. Туда нельзя поставить. Так, это фигня будет походу до бесконечности. Или она когда-нибудь уничтожится. Хотя нет, это было бесполезно. Она уничтожилась. А, ну ладно. Сюда. И нифига. По идее, это должно активировать то, что это вот будет ну, двигаться эта фигня. Там было бы все очевидно. Но нифига. Все намного сложнее, чем я думаю. Сюда? Блин, тоже бесполезно. В чем дело, не понимаю. Да. Нет. Вот сюда. Вот все, он и плывет вот сюда. Вот все-таки. Ну, конечно, теперь пусть двигаться. Я допер. Впечатляюще. Заметьте, что иллюзия угрозы жизни создается для того, чтобы у вас остались как можно более яркие ощущения от испытаний. Что, обнулились? Летим на следующий уровень. Интересно было бы попасть за текстуру. С сожалением сообщаем, что следующее испытание непроходимо. Даже не пытайтесь искать решение. Не, походу, бесконечные эти вот штучки. А, то есть эта вот фигня его сжигает. В смысле, наши эти вот обнуляет. Экспериментальный центр приносит вам свои извинения за неисправность камеры испытания. Не, он опять все уничтожился. Не, почему не осталось, не обнулились? Да, не обнуляется почему-то.
Экспериментальный центр вновь приносит вам свои искренние извинения за непроходимое испытание. Так, мы его оставим здесь. А, поставим портал вот здесь. Поразительно! Вы сумели сохранить решимость и присутствие духа в специально созданной атмосфере глубочайшего пессимизма. Ура, наконец-то! Теперь мы ушли в лифт. Или это отсюда будет намного легче, чем это вот, ну, чем то вот. Так, ну ладно, что это я тут еду? Так, ладно. В принципе, думаю, пора на этом уже заканчивать. В принципе, тут вот это вот, ну. Ну, короче, ладно. Всем пока.